Амурские тигры, совята, одуванчики, октябрята, ленинградцы и другие команды с интересными названиями. Всего более 100 человек 14 августа стали участниками первой комплексной спартакиады школьных трудовых отрядов Омской области. Соревнования по мини-футболу, волейболу, дартсу, перетягиванию каната прошли в рамках проекта «Адаптация школьников к современному рынку труда через механизм школьных трудовых отрядов», который был поддержан фондом президентских грантов. Конкретно вот эта школьная спартакиада, она нацелена на более разнообразную деятельность, так как наша все равно основная задача это является трудовая занятость ребят несовершеннолетних. И вот подобные программы, они позволяют нам как раз разнообразить, чтобы ребята могли и отдохнуть, и поработать в командах, и развиваться максимально. Вот в целом, я думаю, что это мероприятие полностью отвечает этим задачам. Мы, конечно, выиграли в канате 3-е место, но мы всегда побеждаем. Просто там хоть человек был, и он тянул сильнее, чем я. Жалко, но мы все равно лучше! Дружные всегда, но мы открыли способности в нашем, вот, например, футбол, вратари, дартс хорошо вот выбиваем. И мы очень дружные ребята. Я уверена, что мы будем самые лучшие всегда. Спартакиады нужны для поднятия боевого духа у бойцов и для единения внутри команды. Потому что когда команды объединяются против других команд, они становятся ближе друг к другу и побеждают какие-то свои страхи. Спартакиада – это просто очень круто, такая атмосфера спортивная, прям вообще замечательно. Физическая подготовка упрощает физический труд и даже умственный помогает, стимулирует мозг, очень помогает. В волейбольном и футбольном турнирах, а также в дартсе лучшим стала команда «Амурские тигры». Первые в перетягивании каната коллектив «Мастер», а победа всех без исключения участников спартакиады в бодрости духа и хорошем настроении. It's time for a good